Дорогие мои братья и сестры, я благословляю каждого из вас, и в этот день я хочу пожелать вам, чтобы у вас были хорошие новости, чтобы было много хороших, приятных эмоций. Пусть все плохое уходит прочь, пусть в этот день всякие плохие вещи, они будут разрушены. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас. Я прошу, Дух Святой, коснись каждого, коснись Твоей силой, коснись, Господь, прямо сейчас. Покрой Твоим покрывалом, Твоим покровительством. Пусть Твоя милость сегодня будет простерта, Отец. Во имя Иисуса я молю Тебя, во имя Твоего Сына Иисуса. Я молю Тебя, Твоя милость пусть будет простерта каждому. Я благословляю сегодня именем Иисуса Христа каждую душу. Пусть мир Божий прибудет с вами. Мне хочется каждому из вас сказать, друзья, духовный мир реален, дьявол поражен. Помните об этом. Духовный мир контролирует физический мир. Поэтому наполняйтесь сегодня хорошими мыслями. Представляйте себя в победе там, где у вас поражение. Вопреки всему верьте и знайте, стойте на своем, и знайте, что свершится то, о чем вы мечтаете. Бог встречается с человеком на территории мечты. Помните, именно молитва, отношения с Богом являются фундаментом всякого успеха, всякого служения, любого, что бы мы ни делали в жизни, любого дела, вы должны знать, фундамент – это отношения с Богом. Поэтому молитесь, не упускайте ничего из того, что я говорю. Не начинайте свой день, не двигайтесь вперед без Бога, без молитвы. Молитва, она является первым, что вам необходимо. Слово от Бога, откройте Библию, читайте Матфея, читайте Исаию, 40 главы, 41 главы начиная. Читайте до конца, перечитывайте и перечитывайте. Матфея, перечитывайте и перечитывайте. Знайте Слово Божье, оно проявит себя в вашей жизни. Я благословляю вас, провозглашаю на вас дух откровения, рема, во имя Иисуса. И разрушаю сейчас всякий дух контроля, дьявольского контроля, человеческого контроля, во имя Иисуса. Пусть над вами будет сегодня сиять слава Божья. Амин, амин, амин. Да будет так. Благословляю вас. Амин.